Всем привет, друзья, с вами Точка 99. Сегодня я буду смотреть свою старую галерею с 2022 и 2023 года. Опять плохая идея. Я знаю. Но в этом видео хотя бы можно и поностальгировать. Я знаю, что 2023 год закончился месяц назад. И что? Поэтому начнем. И мое первое фото в галерее было сделано 27 августа 2022. 8:43. Это получается уже как 2 года. Никто не поймет, что это за скриншот. Потому что я помню, в 2022 году я со своими друзьями снимал свои недосериалы. И, конечно же, название топовое для сериала «Глобус, Абобус, Нубобус». Не, ну крутое название, конечно. Конечно же, домашние задания. И еще домашние задания. Расписание за 11 октября. Кому нужно? География, русский язык, физкультура, математика, история, английский язык, литература. Блин, почему ты сейчас прозвучал как рэпчик? География, русский язык, физкультура, математика, история, английский язык, литература. Тут удивляться нечему, мне всегда было нехер заняться. О, вот это я помню, это в декабре 2022 года у нас часы в школе показывали 2049 год. А когда наступил 2023 год, нам вообще показывал 2001 год. То мы в прошлом побывали, то мы в будущем побывали, что только не было. И зачем мне ваше расписание на понедельник? Не, ну я молодец. Сломал в школе компьютер. Это фото, где у нас поставили елку. Ребят, я не менял код страницы. Это настоящее. А это как раз таки третий этаж в нашей школе. И тут у нас Soul Knight. И я правильно вообще назвал эту игру? И вот мы встречаем новый 2023 год с тем, что Алина мне выносит мозг, то, что она не шла в школу неделю, не делала ДЗ, неделю. По математике, и тебе надо выносить мне мозг. Да, Алина? Тут я фоткал, как я сижу на остановке. Кому это интересно? Да вообще, кому это надо? О, вот это автомат в нашем магните. Там листик. И что? О, вот это фото я помню. Ого, НМТ, да я даже про него уже забыл. Мне сделать YouTube пересмотр в НМТ? Не надо! А это я в Москве 12 июня. Кстати, у нас тогда расстояние с Шаузикой, как правильно я его не сказал. Короче, 3 километра у нас было с ним расстояние. Вот это да. А это мы ехали в аквапарк с классом. Круто, конечно, было. А это я ехал на день рождения Маши. Фор смотрит на тебя серьезным ебалом 10 часов. Прекращай на меня смотреть. Давайте теперь посмотрим видео. Давайте просто для Ксюхи чисто возьмем. Нет, не возьмем.